Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. С вами Юлия Дмитриева. Сегодня о погоде на среду, 9 марта. Днем по северным районам переменная облачность. Будет идти сильный снег и до минус 3 градусов, с порывами ветра до 15 метров в секунду. А ночью минус 8 градусов. По югу республики переменная облачность. Днем плюс 4, с ветром до 13 метров в секунду. Ночью 9 градусов ниже нуля. А в столице Бурятии переменная облачность со снегом. Днем 0 градусов, но сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью минус 10. Весна, время начать что-то новое. До встречи в эфире!